Армянская повестка Пашиняна и марш Победы Алиева. Официальный Ереван вынужден выступить с дополнительными разъяснениями. Встречу Вене Пашиняна и Алиева в Армении начали комментировать как доказательство существования армянской повестки, а Азербайджан представляет новый раунд переговоров, как минимум, в качестве победного старта для азербайджанской стороны. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене придали переговорному процессу новый импульс. Об этом Малиев заявил в беседе с российским агентством ТАСС. Приоритетом для Азербайджана является деоккупация международно признанных территорий нашей страны в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и резолюции Совета безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Армении, на фоне заявления Алиева, прозвучали многочисленные вопросы и опасения. Алиев мастерски проводит линию на удержание лидирующей позиции за счет пропаганды позиции Азербайджана. Возможно, Именно поэтому Пашинин счел необходимым раскрыть некоторые скобки после разъяснений, данных на встрече с армянской общиной в Вене. В своем прямом эфире в Фейсбук Пашинин охарактеризовал заявление азербайджанской стороны как выходящие за рамки совместных заявлений. Согласитесь, что это очень странная ситуация, когда лидеры двух стран в течение нескольких часов проводят встречу в комнате, а затем следуют комментарии которые диаметрально отличаются друг от друга. И это вообще ставит под сомнение серьезность процесса. Для нас очень важно оставаться предельно корректными, максимально сохранять логику и рамки переговорного процесса, сказал Пашинян и добавил. В последние дни азербайджанская сторона выступает с заявлениями, которые, по сути, выходят за рамки совместных заявлений. Я считаю необходимым и важным выступить с некоторыми разъяснениями и обратить внимание всех на тот факт, что для того, чтобы сделать переговоры эффективными, мы должны каким-то образом забыть старые и повторяющиеся тексты, которые со временем показали свою неэффективность. И мы должны руководствоваться новыми подходами также и в новом переговорном процессе, который предлагает сегодня Армения. Пашинян подтвердил, что он отправился в Вену с объявленной в Степанакерте повесткой. Сейчас, например, когда азербайджанская сторона говорит, что важно то, что формат переговоров остался неизменным, они хотят сказать, что вышли из этих обсуждений победителями. Прежде всего, я говорю, что это неправильно в рамках логики, с которой мы уже согласились, то есть не искать победителей и проигравших. Это, во-первых, я называю некорректным в рамках той логики, о чем мы уже договорились, то есть не искать победителей и проигравших. Пашинян сказал, что выдвигая вопрос об участии Карабаха, он вообще не ставил вопрос об изменении формата переговоров. И формат переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ вообще вне всяких сомнений. Нагорный Карабах долгое время был стороной переговоров. И участие Арцаха было заложено в основу формата с самого первого этапа формирования Минской группы ОБСЕ. И в этом отношении мы, естественно, не ставим вопрос об изменении формата. Обсуждался ли в Вене вопрос участия Арцаха в переговорном процессе? Конечно же, обсуждался. Аргументировали ли мы серьезнейшим образом этот подход? Конечно же, аргументировали серьезнейшим образом. Пришли ли стороны к согласию по этому вопросу? Конечно же, нет. Означает ли это, что данный вопрос снят с обсуждения? Конечно же, нет. Это означает, что мы должны продолжить обсуждение вокруг этой темы, и это очень важно для эффективных переговоров. Кстати, Пашинян коснулся также и мадридских принципов, я сказал что должен получить некоторые пояснения по поводу мадридских принципов, поскольку я новый человек в переговорах. И, конечно, я поднял этот вопрос. По его словам, на встрече с Алеевым Вене он поднял эти вопросы перед ним и сопредседателями, но не получил ответы на эти вопросы, так как они очень емкие, и одним обсуждением дело не завершится, это означает, что они должны быть подняты в дальнейшем и главам МИД отдано поручение. Эти обсуждения должны быть продолжены также и с посредниками. Таким образом, мадридские принципы остаются на столе переговоров, и Пашинин согласился продолжить переговоры на их основе. Хотя официально Ереван поддерживает формат переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, тем не менее, Ему не удается включить в заявление посредника формулировку об участии Арцаха, хотя признание Арцаха стороной переговоров было зафиксировано в некоторых документах еще после Арцахской войны. Закладку основы для продолжения переговоров, безусловно, выгодно для армянской стороны, но на данный момент мы можем сказать, что армянская повестка, о которой несколько месяцев говорил официальный Ереван, четким образом не отражена в заявлениях посредников, что азербайджанская сторона представляет как победу официального Баку. Возможно, осознавая опасность того, что переговоры в любой момент могут зайти в тупик, официальный Ереван демонстрирует сильные позиции Армении в ином поле. Я, как министр обороны, заявляю, что я переформулировал формат территории в обмен на мир, мы поступим наоборот. Новая война в обмен на новые территории, заявил на днях министр обороны Армении Давид Таноян в ходе рабочей поездки в США во время встречи в Нью-Йорке с представителями армянской общины. Никаких уступок не будет. Возможны компромиссы, добавил министр обороны. Он также сообщил, что армянские вооруженные силы начнут увеличивать наступательные подразделения. Мы избавимся от этой окопной постоянной оборонительной ситуации и увеличим количество подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника. Заявление Танаяна вызвало переполох в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Вагив Даргихлы, комментируя заявление Давида Танаяна, выразил недоумение по поводу того, как премьер-министр положительно оценил переговоры Пашиняна и Алиева в Вене если министр обороны Ирана на следующий же день выступает с таким заявлением. Для правительства Пашиняна не должно быть удивительным, если Алиев на закрытых заседаниях даст какие-либо обещания или заверят, что выполнит достигнутые договоренности, а затем нарушит их. В последние несколько лет его подведение всегда было именно таким. Он не выполняет даже требования посредников и зафиксированные в документах рекомендации куда уж ждать, что он будет уважать устные соглашения.